Замечательный показательный танец. В этом году он уже его показывал на Кубке России в Москве. Ромео и Джульетта. Qui
Но ведь это даже не вращение. Вот знаете, и что первое в этом танце, что второе, это целый артистический этюд. Да, можно было подумать, сделать одно вращение. И с удовольствием посмотрели на протяжении 20-30 секунд. В каждом вращении свой образ. Это поразительно. Да нет, просто рвет сердце в клочья. Даже на перебежках. Простые перебежки, простые элементарные троечные шаги. Там нашел, в образе. Там рука, голова. Сейчас, да. Если нам повтор покажут, вот эти троечки, да, с изгибом таким, корпуса, на такой скорости. Да, это... Такая чисто вальсовая троечка, но при этом она сделана так, как будто у нее партнерша вот рядом. Пустых мест.